В Днепре похоронили Амину Акуеву. Накануне в мечети Исламского культурного центра в Киеве прошло прощание с погибшей. Сегодня с самого утра Краснопольское кладбище полицейские взяли под усиленную охрану. Дежурили автоматчики и даже взрывотехники. Журналистам снимать запретили. На кладбище собрались около 100 человек, родные и боевые побратимы Акуевой. Ее похоронили рядом с могилой командира Исымунаева, который погиб в феврале 2015-го под Дебальцевом. Еще до первого покушения Амина написала завещание и указала место, где ее похоронить. Напомню, автомобиль, в котором ехала Амина Акуева и ее муж Адам Асмаев, расстреляли под Киевом в воскресенье вечером. Амина погибла на месте, муж получил ранение в ногу. На внедорожнике обнаружили следы не менее 10 пуль. Скорее всего, огонь вели из автомата Калашникова. Эксперты-криминалисты считают, что целились именно в Акуеву. Полиция предполагает, что нападающих было двое. Один ждал на повороте с Одесской трассы и сообщил подельнику, когда машина выехала на железнодорожный приезд в Блевахе. В 100 метрах в кустах прятался второй киллер, который и открыл огонь.